Ну что, ребят, здравствуйте, привет, мы с вами продолжаем проходить. А, блять, этот нахуй, Dead Space 2, ёбаный урод, блять, да, ну. Что могу сказать-то? Ну, как всегда, ссылочка в описании находится на плейлист, он полный прожим Dead Space 2 и Dead Space 1 тоже, кстати, если не забыл приучать, посмотри, в моем проходе, смотри, скажешь, ну, вообще-то, я вообще-то проходил Dead Space 1, да, либо я вообще-то, ну, как бы, ты что вот мне несешь, скажи, вот что ты, блядь, несешь, какой Dead Space 1, нахуй, я его проходил, вообще-то, и Dead Space 2 я тоже проходил, либо смотрел, да, как проходит, и, типа, мне это неинтересно, вообще, зачем я все тыкнул, сейчас, нахуй, выключу, все, пизду, подожди, я тебе скажу один аргумент, и, ну, ты вот не сможешь не поспорить, знаешь, каким? То, как я прохожу Dead Space 1, Dead Space 2 и вообще другие игры, никто так не проходит. Вообще никто, я тебе серьезно говорю. Вот никто так не проходит игры, как я прохожу. Я тебе серьезно говорю. Поэтому посмотри и сам в этом убедишься. Вот Dead Space 1 ссылочка постоянно находится на плейлист, повторюсь, да, на Dead Space 2 тоже ссылочка постоянно находится на полное прохождение данной игры. Dead Space 2, да? Тоже в описании, там два плейлиста будет. А если ниже еще спустишь, там будет прошлая серия, в подсказочку прикреплена, да, либо из компа смотришь. Смотришь, вот просто сейчас, пока слушаешь, нажми просто по приколу, нажми, вот там вот восклицательный знак сверху справа в углу, да, нажимаешь, там даже подсказочки те же, да, нажимаешь, просто посмотри, там реально там есть и... Там будет первая прикреплена прошлая серия, да, по Dead Space 2. Плейлист, по-моему, прошедший Dead Space 2 и другие тоже игры там будут прикреплены. Посмотри обязательно. Просто так, знаешь, чисто, ну, посмотри, сам посмотри для себя, типа, интересно, неинтересно, но я тебе серьезно говорю, никто не проходит игры так, как прохожу их я. Никто так не проходит, я тебе серьезно говорю, да. И когда ты в этом убедишься, серьезно, вот, получается, тебе придется, ну, как, не придется, это твое чисто желание, конечно, но было бы очень приятно, если бы подписался бы, поставил лайк. Вот это вот реально, спасибо заранее, кто это делает, и реально спасибо огромное, кто это делает. Вот, для меня это очень ценно, очень ценно. Вот, кстати, у нас с вами еще 400, блядь, 400, ебаного, прикинь, 400 видосов. 400 видосов уже, блядь, на канале, я хуею, просто я в шоке, блядь. Недавно 4, прикинь, недавно вот 400 видосов у нас просто на канале, просто реально вот на канале. Вот мы смотрели на канал, там 400, чисто на канале 400 видосов уже, 400 видосов чисто есть, загруженных. Это же вообще жесть. Ну, плюс там еще, конечно, был один стрим, вот. Ну, как бы, понимаешь, да, что, ну, типа, я серьезно настроен, я говорю, никто не проходит так вот игры, как я прохожу, эти все, это прям забей вообще, реально, вот посмотри просто сам, хотя вот эту серийку посмотри, и просто ты сам в этом убедишься, да, либо посмотри, ну, если ты такой, бля, ну, я не помню, что там было, блядь, ну, вообще, в целом, Dead Space 2, посмотри, вот, говорю, самой первой серийки, просто убедись в этом сам, да, и в целом все. И подпишись, поставь лайк, для меня это очень приятно и ценно. Все, спасибо, реально, как это делать. Вот, а мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2. Блять, уже что-то опять заговариваюсь, реально очень, блять, ебаный, блядь, зачем? Короче, скажу быстренько, мы с вами в прошлой серии прошли не прям много, но далеко прошли довольно-таки, да, с вами на корабле Шимура, как вы знаете. С позапрошлой серии мы появились, да, здесь в корабле, на корабле, это не знаю, не корабле, на Шимуре, конечно, появились снова, да, наверное, корабле. Вот, куда-то мы залезли, в Ишимур там было написано, он сказал, этот главный герой сказал, что мы на Ишимур идем заново, блядь, и все, нахуй, то есть мы начали оттуда, мы вернулись к тому, с чего начали, поэтому давай продолжим сегодня, посмотрим, мы сейчас идем обратно с тобой, да, посмотрим, что да как будет, собственно, вот, и в целом вот так вот, да, в целом вот так вот, поэтому, Саш, пойдем, надевать блядик, блядь, пропустить этот курс, пенчипик, кофе-пити или 50, при этом просмотр, мы, собственно, продолжаем проходить Dead Space 2. Серийка будет очень интересная и смешной тоже, да, прикольненький, интересненький будет, тестируем, тебе говорю, серьезно, я тебе серьезно говорю, я серьезно! Ладно, продолжаем проходить Dead Space 2. Так, собственно, здесь, короче, мы там что-то там активировали, собственно, да, вот так вот, ну, взяли, оп, быстренько, блядь, кстати, тут прикинь меня, блядь, в прошлой серии, реально, а, я не буду говорить, что здесь было, блядь, ты спросишь, почему у тебя на патронов, блядь, я их сделал очень много, и мне просто вот там вот, блядь, все просто ушло, посмотри, просто все реально, вот я серьезно тебе говорю, ты просто удивишься этому, я просто сам в шоке был, реально, вот жестко в шоке. Так, ладно, чё, блядь, берем с тобой снайпу, как всегда, и погнали. И погнали. Ну, здесь сейчас будут твари. О, бля, я так и знал, что это, бля, щупальце ебаное будет. Так и знал. Ты вроде сказал, что идешь к станции. Что, блядь? По тому же пути в транспортный туннель. Все, я возвращаюсь. Это, типа, триггер у него такой случился? Реально, блядь, я так и знал, что такая хуйня будет. Прикинь, триггер просто сработал у него. Охуеть. Бля, это жестко. Я запустил центрифугу. Возвращайся обратно к транспортной станции.
Хорошо, я почти отсоединилась от рельса. Правда. Держи меня в курсе. Нет. Я думаю, что будет нет, блять. На фоне, это он сказал нет. Начинается декомбинация. Ну давай, 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 давай. А вон смотри, тварь. Ну что ты, блядь, что ты? Ну что ты, а? Ну что ты? Что, обидно, да? Ну давай, 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 давай. Полез, смотри, давай. Ну давай, 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 давай. Ну да, 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 давай, давай. Ёпта, вы кто? Блядь, ты кто нахуй? Охуеть. Я примерно так и думал, что такая хуйня будет, блядь, реально. А, вот, смотри. Я примерно думал, что такая хуйня будет, реально думал-то. Так и знал, что такая тема будет. Блядь, вы чё, блядь? О, блядь, ты кто? Бля, ребят, ну это уже не смешно, реально. Как бы, это реально не смешно уже. Да иди ты нахуй! Блядь, иди в пизду, малой, блядь! Оп-оп-оп-оп-оп. Так, нахуй. Блядь. Плюс вайп. Плюс классно сделали, ребята. Реально, вот, я не знаю, это электроники же делали эту игру. Молодцы, реально, классно сделали. Вообще, вот, ну, клёво сделали, да. На туре классно. На туре четко сделали. Ну я вам серьезно говорю, вы четко сделали. Я говорю, вообще классно. Обожаю арены, бля, ебаные. Начинается декомбинация. Обожаю арены просто, блядь. Просто люблю их, понимаешь? Вот настолько люблю арены, что вот, знаешь, даже словами не передать. Вот реально. Словами не передать, насколько я люблю арены. Ну давай, давай, блядь, чё ты нахуй? А, ему похуй? А, тебе похуй? Ну ладно. Твои проблемы-то в курсе? Так. Минус. Давай, давай, блядь, ты нахуй. Ой, бля, ребята, вас что-то очень много, нет? Бля, у вас слишком дохуя, нет, блядь, ребята? А ты, блядь, как меня головой, блядь! Сука, тварь! Пошел ты нахуй, блядь. На, ёпта, блядь. Сосама, блядь. Ой, блядь, бля, 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 бля. На, блядь. Тварь. Тварь ебаная. Блядь, ебись, 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 ебись от меня. На, блядь. Живи, 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 живи. Блядь, вы серьезно, ребята? Ну это пизда. Плюс вайп, нормально сделали. Давайте, блядь. Молодцы, блядь. Да. Я хуею, честно. Я в ахуе. Ну давай, блядь, чё. Начинается декомбинация. Короче, пизду реально, блядь, рот ебал. Вот так, ой, блядь, что делаю? Вот так вот нахуй делаем. Вот. Пиздец, блядь, нахуй. Я в аху реально с игры, блядь. Просто такое, блядь. Да. Вот так и знал, что будет арена. Я так и знал, что будет арена ебаная, блядь. Спасибо, спасибо, что сделали арену, бля, ебаную здесь. Спасибо. Реально от души. Реально вам от души, реально в натуре четко сделали. В натуре классно вы сделали, ребят. Ну, реально, вот вы клево сделали, в курсе?
Ну прям реально клёво делаете, реально на то ли чётко делаете. Вы прям клёво сделали, реально на туре прям клёво сделали. Бам нахуй. Ну тому похуй, я знаю. Ну ты тварь ебаная, чё ты, блядь, ко мне пристал? Сука, ебаная, блядь. Отъебись от меня, блядь. Мразота ебаная, давай. На, блядь. Так, готовим. Готовимся. Блять. Ну реально, электроники, вот нахуя вот реально, скажите, вот реально зачем? Вот реально, ребят, вот согласитесь, зачем менять вот что-то, да? Если можно взять что-то из первой части, просто что-то добавить реально нахуй. Это просто вымораживало только так. Зачем, блядь, арену менять? Зачем менять арену, блядь, если можно добавить их дохуи еще просто, да, сюда просто, блядь. Просто поугарать чисто так, знаешь, чисто так. Да, блядь. Хуйту сделали какую-то на самом деле, блять. На, вот так типа ставлю, блять. А, вот здесь еще будет падать. Ну давай, блять. На, блять. Давайте, мрази, бля, я готов нахуй. На, бля, долбоёб, блядь. На, вам похуй? На, вам похуй? Тебе похуй, малой, блядь? Знаешь, что тебе похуй, блядь? Ну это вообще как бы, по мне такое себе. Блядь, это пиздо, блядь. Самое интересное, у меня патрон даже нет для этого, понимаешь? На, блин, мразота. На, нахуй, блядь. Бля, ебать вас дохуя, ребята, блядь. Вы как бы охуели, вы в курсе, блядь? Да иди нахуй, мразь, блядь. Так, поехали. Уи, бля, опасно. О, пососете вы хуйца. Бля, можно бы все, можно закончить, чтобы можете закончить, пожалуйста, прошу тебя, блядь. Прошу нахуй, закончи эту хуйню уже, блядь. Я тебя прошу, блядь. Игра, все, хорош, я уже, я все, у меня... Спасибо, блядь. Спасибо, нахуй. Хоть на этом, блядь. Да, арена плюс вайп, реально, нет, когда арена есть, реально, это плюс вайп. Но я считаю, без этого вообще игра не должна была выходить, знаешь, без арены какого-то, это вообще, ну... Кому она без арены вообще, скажи, кому она без арены вообще нужна эта игра, да? Ну, без арены вообще, в принципе, да? Блять. Я думаю, так, блядь, рассуждали, блядь, в Electronic Arts, нахуй, сказали, блядь, да? Кому она вообще нужна будет? Давайте вообще сюда вот впихнем их вообще на каждом шагу эти арены. И сделаем вообще сложным, туда вообще добавим... Не показалось? И добавим туда вообще очень много этих мобов, чтобы вообще жестко было, реально, блядь. Просто поугараем, блядь, давай, блядь, давай. Начинает меня беспокоить. Сидец, блядь. Я никогда. Нет, сынок, папочка не убийца. Строс! Я бы никогда он не настоящий. Нет, настоящий. Ты его не видишь, потому что не повторила шаги. Но игла может тебе увидеть. Брось отвертку. Шаг три. Строс! Блядь. Согласен. Снайпу прокачаем, пусть будет снайпа. Значит, прокачано с объемом, да, потому что объем нужен там 4 патрона, все что очень много, маловато. Вот 5 теперь, заебись. На один больше стало. Классно, плюс вайп. Ну, давайте, бля, мрази, чё, я знаю, что вы здесь появитесь, бля. Я знаю, что вы здесь появитесь. Да, ты думал, ты незаметный чел?
Блядь, бля, ты здоровый, нахуй. Ты вообще кто, блядь, ногу какой-то чал, блядь? Прикинь, просто лежит, блядь. Он думает, я не шарю за первую часть, прикинь. Он думал, типа, ну я такой просто полупокер, реально. Но на самом деле полупокер он здесь, блядь. Ну то, блядь, такой ход уже не проявится, но я за это шарю, все. Давай, вообще здесь еще тварь появится. Нет, ну ладно. Все, уезжаем отсюда, нахуй, блядь. Че, подожди, сейчас вот там, где мы. Помнишь, где мы, где я только прошлую серию только-только начал, да? Вот там сейчас 100% будет арена так же, блядь. Так же арена сейчас будет. Я прям уверен в этом. Ну что, без арены-то? Стазиса модуля вообще. 7 штук. Добрый вечер. Подожди, а здесь же можно купить, да, что-то? Не? А, да. Все, плюс вайп. Все, плюс вайп, плюс вайп. Все хорошо, все хорошо. Так, знаешь, чем 101? Давай вот это, зачем нам вот это? Да, продать. А 3 пусть будет у нас. Вот это зачем мне вообще? Что это, блядь? Бля, огнемет, блядь. Пусть вот так будет, нам, ну, получше будет хотя бы, чуть полегче будет уже, блядь. Вот, видишь, мои 36, видишь, 36 патронов. Видишь, они сейчас улетят вообще как нехуй, я тебе серьезно говорю. А, 12, ну да, сейчас как нехер улетит просто все и все. Буду аккуратничать, реально, буду аккуратничать, зачем? Зачем скажешь, да? Я скажу, потому что. Ну что, блин, ну здесь реально, здесь патроны вообще забить, что творится. Здесь, я, мы еще на максимальном уровне сложности проходим, возможно, да, вроде бы как. Как я помню, да. И здесь, блядь, нужно экономить патрики только. А, ну, блядь, естественно. Бля, мразь, ты когда уже все, блядь? Сколько, блядь, весь рожок в тебя всадил, блядь. Давай, 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 да. Бля, я мажу еще, прикинь, по ним пиздец. Да, спасибо за бабки, да, блядь. И сколько у нас бабок, подожди. Не, так не пойдет, блядь. Я 2 рожка в них, смотри, сколько патронов сейчас у меня. Все, блядь, больше нету, блядь. 12 патронов осталось, прикинь, на эту тему. Так, не пойдет, не... Так, теперь плюс вайп у нас с тобой. Так, погнали, ладно. У нас либо сейчас с тобой сколько потом? 26, блядь. Просто было 36, сейчас 26, заебись. Так, я пока покажу вот с этой темы лучше. Блять, мне садись модуля, зачем дают? Пиздец. Ну ладно, пусть будут. Бля, помните вот это, да? Помните вот, вот этот поезд, типа, чини поезд? Я его называл так. Надеюсь, помните первую часть, сюда глава отображалась, какая будет? Айзек. Вообще кайф, кайф. Боже, это как этот урод меня укусил. Что? Да. Вот дерьмо. Ты там как? Да я в норме. Но он замолчал и не смотрит в мою сторону. Что у тебя?
Умоляю, скажи, что наш план сработает. Практически закончил. Сейчас направляюсь на мостик, чтобы активировать гравизахваты. Ясно. Они лезут через дыру на уровне медицинской палубы. Ну, хоть там тебе не придется идти. Неожиданное препятствие на пути. Останавливаемся. Добро пожаловать на медицинскую палубу. Черт! Единственное, что я хочу сказать, реально, ребят, просто одно слово из мема. К чау, нахуй, к чау. Охуенно, бля, просто. Медицинская палуба Ишимуры, Айзек. Там я провела свои последние часы. Отъебись от меня, там! Испуганная, да? Замерзшая. Одна. Бля, мне похуй, честно, мать, отъебись. Заходи, Айзек. Не стесняйся. Мне поебать, ты в курсе, блядь, можешь отъебаться уже от меня, блядь? Ну мне чисто похуй реально, блядь. Ну ты можешь от меня отстать, блядь, ну заебаешь реально. Уже устал от твоих. Блядь, реально, вот мы, ребят, реально вернулись к тому, с чего начали просто. Мы начали с Ишимуры, сюда вернулись просто, блядь. Охуенно, плюс вайп, блядь. Вот это плюс вайп, реально. Вот это в натуре плюс вайп. Бля. Бля, что это нахуй? Ты мразь, слышь, нахуй? Ну, бля, естественно, ёпта. Не может быть все вот так просто, да? Я правильно понимаю? Блять, ебись нахуй! Блять, мать, я в тебя весь сражок, слышь ты, блять? Пизда тебя, блять. Да, давай, давай, давай. Опа, отсосал, блять. На долбоё, блять. Пиздец, блять. Ребят, мы начали, я говорю, это, ну, это забейте все, это, ну, это, ну, это все, блять. Ну, это реально все, это уже, это реально, это конечное, все, блять. Хуже некуда, блять. Просто реально, мы вернулись к тому, с чего начали просто-напросто, и все, блядь. Эту хуйня мне с собой возьму, блядь. Давайте, мразота, чё вы, блядь, где? А, здесь больше никого. Поехали, чё. Давай, 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 выскакивай, 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 выскакивай. Бля, ну серьезно, нахуй. Бля, опять сейчас будет, нахуй. Бля, ну сейчас опять будет арена ебаная. Ну меня заебали эти арены. Ну реально, ребят, мне реально уже, ну, устал от этих арен. Просто их тут настолько много, что они прям реально, ну, типа, от них устаешь реально. Хоть они не прям подряд идут, но все равно устаешь от них. Так, куда нам? Понятно. Давайте, твари ебаные. Блядь, тут еще этот уебок появится, которого, блядь, ну только замораживать, да, нужно. Пизда, блядь. Блядь, не успел. Тварь ебаная. Блять, иди ты нахуй. Ну это пиздец, опять арена. Ебаная арена, блядь, заебали меня, это арена, реально. Я хуй его знает, реально. Ну я уже, моя компетенция на этом все, блядь, ребята. Но я реально хуй его знает, что делать. Было для чего нам стадии сдают в модуля, чтобы мы их использовали. О, мрази, просто такие мрази, блядь. И что, ребят, я не про разработчиков, а про эти, блядь, про вот этих тварей, которые здесь, блядь, это вообще пиздец. Разработчики молодцы, не, реально, красавчики, реально, электроники, реально, ну...
Спасибо за игру, реально. Крутая игра, реально. Вообще ничем не отличается от первой. Вообще прям, ну, молодцы, реально, клево делать. Стабильность, реально, стабильность есть. Только еще арены меня заебали, конечно. Ну, молодцы, что, клево сделали. Ну, естественно, блядь, вот хуйню, блядь. Так, где еще они могут выскочить? Не с потолка? Ну, блядь, сейчас пизда будет, реально. Ну, хопа, я все потрачу. Охуенно. Нет, тогда вот это оставляем. Ой, тихо, тихо, ты чё, блядь? Не меня же надо, блядь, направлять. Ну, хотя бы вот так пусть будет, ладно. Поехали, алё, блядь, твари. Я здесь. Давай, поехали. На нахуй. Минус один лобоёб. Ну ладно, хорошо, я понял. Просто сзади меня, ребят, появилось, если что, все это хуйня. Хорошо, блядь, хорошо, я услышал тебя, игра, я тебя услышал. Я тебя услышал, реально. В натуре услышал. Клево делаешь, реально, в натуре клево делаешь. Не, вот эту хуйню сюда, блядь. Ну, естественно, бля, давай еще взорвись, блядь. Патроны, блядь, еще трать мне нахуй. Нет, это прям близко нужно, блядь. Ну, хотя бы так. Ой, блядь. Поехали. На, долбоебы, блядь, кусок. О, блядь! Ну это пиздец, как я должен это пройти, скажите мне, как, блядь? Такой пиздец, нахуй. Блядь, может реально, типа, это я настолько, блядь, ну, стар уже, блядь, то, что нужно реально, блядь, ну, использовать этот, нахуй. Стазис модуль, блядь. Я просто забываю, реально, типа, ну, мне не до этого просто. Короче, делаем снова вот так вот, блядь. Делаем, блядь. Можно эту хуйню туда, блядь. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем, блядь. Реально, и вот так делаем. Чтоб плюс свайп реально был. Ой, блядь, поехали с снайпой поиграем, похва. Где они, эти мрази появятся? Взять меня. О, блядь!
У меня хпшки нету, заебись. Это все было? Это все, прикинь. Нахуй, у меня хпшек нет вообще, блядь. Хотя я покупал, ребят. Ну, можно сделать вывод, да, типа, ну, можно сделать вывод, почему я не в партии, да, это не потому, что здесь арена, блядь, а потому, что нахуй, это я, блядь, так нахуй уже, блядь, все, блядь, воспринял, нахуй, не могу эту хуйню пройти, блядь. Просто, понимаете, я просто особенный, ребят, ну, реально, ну, я просто особенный, реально, просто особенный, понимаешь, все, просто особенный, все в этом плане. Пашки, нахуй, ноль, зато заебись. Я не удивлюсь, я сейчас, вот честно, я не удивлюсь сейчас, это очень легко было. Не-не, да мне похуй, все, отъебись от меня, тварь. Где она, блядь? Блядь, иди там нахуй. А, и похуй, мразь этой. Сейчас там начинал. Ха-ха, заебись, блядь. Только, блядь, ебал бы нахуй просто по монитору, блядь. Ну не могу, блядь, не хочу, блядь, знаете, блядь. О боже. Это просто пиздец. Короче, делаем просто. И тут всего, блядь, несколько штук. Сколько? Два таких появляются. Поэтому делаем раз. Не, хуйня. Делаем раз. Делаем два. Делаем три. Делаем четыре. Берем эту хуйню, погнали. Так. Так, это мы уже с тобой изи прошли, видишь? Максимально изи, насколько можно, блядь. Угу. Видишь, одну хп больше потратил, одну получил. Плюс вайп. Надо было расставить планы похуй. Где эта мразь? Бля, ты серьезно, нахуй? Ты чё, блядь? Жучая такая тварь, блядь. Просто в шоке, блядь. Пиздец, я в ахуе. Я в шоке, ребят. Два патрона осталось, заебись. Ну что, у меня должны патроны, блядь, слышь, нахуй? Эти, блядь, монстры, блядь, ебаные. Вот тут это живучая такая тварь, это пиздец, блядь, что это такое, блядь. Снайпа должна просто ее вырубать только так, блядь. Я думал, она бы сделала, все, ее вырубила. Нет, нахуй, нихуя, прикинь. Нихуя подобного. Я в шоке. Сейчас еще здесь будут твари. Ну давай, блядь. Ну давай. Так, плюс вайп. Просто один момент мы проходили с вами очень долго, ребят. Очень долго проходили один момент. Ну, сорян, чё.
Я что могу сделать? Я же говорю, никто, понимаешь, никто так не проходит эти, ну, уже не проходит игры, как я. Вот никто не пройдет игру так же, как я. Вот только я так могу пройти, понимаешь, игру. Так, давай-ка одну потратим с тобой на всякий случай. Думаю, что это ладно. Айзек, это я. Жаль, мы не сможем поговорить лично. Прости меня. Прости за все. У нас мы нормальные, мы нормальные. Как хочется хоть с кем-нибудь поговорить. Все разваливается на части. Не могу поверить, что это происходит. Такая мелочь. В конце концов, все сводится к такой мелочи. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. А, и, типа, она типа я любила? Тебя. Я типа любила. Всегда любила. Мы осуждаем, такое, реально осуждаем. Грустно. Осуждаем, конечно, такое, осуждаем, блядь, полностью. Так, Костя, осуждаем, даже не удивлен, знаешь. Бля, можно эту лестницу ебанутую, блять, идти нахуй отсюда. Нет. Вот здесь стой, пожалуйста. Нет, вот здесь стой. Бля, мразь, я говорю, ты вот здесь стой, блять. Да это тварь, что ли, ебанутая, блять, или что, блять? Ну, блять, хотя бы так. Не, она меня застопит. Вот так. Во, смотри, майк четко поставил, что жестко. Так, ну погнали еще. Давай, выскакивай уже, ебаный рот. Она бы уже выскочила, ребята, если чё. Бля, зря на тебя потом перевожу, ебаный рот. На, блядь, вот видишь, я попросту одного раза бам, и всё, блядь. И нету челика, блядь. Суждаем, конечно, такое, но... Я бы конкретно вот про этих, блядь. Про этих, блядь, челиков, нахуй. Что тут делаешь ты, блядь? Слышь, нахуй. Пиздец, они еще красные глаза, вот эти, блядь, вообще пиздец. Стрёмная хуйня смотрится, реально стрёмно смотрится это все дело. Очень стрёмно все это дело смотрится. Да где, блядь? Блять, ты мразь, ты можешь уже все, блять, ББ тебе нахуй. Алло, блять.
Ты видишь, сколько я просто весь рожок в них сажу, они им похуй, реально. Им все равно, реально, вообще на все. Да, я орирую просто, я орирую. А, заебись, что, блядь. Не, ну молодцы, сделали, блядь, заебись. Четко. Ну, то ли классно сделали. Бля, конечно, берем снайпу и в пизду, я, наверное, народ ебал. Давай, мразь. Два выстрела с снайпой, блядь. Доброе утро, блядь. Короче, резак, он такой, видимо, беспонтовый, что ли, или что, блядь? Но он прикольный, типа. Давай ставим его на запас, будем с снайпой ходить, реально. Ну, типа, она прям хорошо сносит. ХПшку им очень хорошо сносит. Да, три выстрела, ребят. Да иди ты в пол, снайпа! Блять. Не, ну я хуй его знаю. Я реально не знаю, блять, уже. Я понял, конечно, давай так, наверное, сейчас я понял, как надо делать. На верхних идет снайпа 100%. Вот сюда идет снайпа 100%, блять. А туда вниз, на этого, блять, тварь, идет вторая снайпа. Ну, как я назвал вот это, блять. Да, бля, что ты берешь? Да иди ты на! Да ты иди ты нахуй, ёпта. Я уже устал. Ладно, надо собраться, блядь. Вот для снайпы нам дали, прикинь, патроны. Удивительно. А, на, вон внизу смотришь. Значит так, блять.
Ну уже, блядь, бедный уже, блядь, не сто раз тут хуйню прошел. Где еще? Ну, давай, давай, прыгай, 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 прыгай. Да, блядь, не могу успевать, я стрельну, ты мразь, блядь. Давай еще одно, давай, блядь, еще, блядь, тебе ж похуй игра, блядь. Опа, вот это уже хорошо, плюс лут. Это уже хорошо, очень хорошо. Да еще не идет она. Дальше не идет. И как мне пройти? Да не сомневался у вас, ёпта. Я не сомневался вообще ни на раз. Бля, это пизда, ребят. Ну что это такое-то, блин, ты стыд? Бля, я херозный, это как-то проходить. Я реально херозный. Что это, блядь, такое? Почему здесь опять арена? Вот реально, ну по факту это арена, реально. Ой, блядь.
Она мне только потом скажите мне, что, блядь, это реально, блядь, не арена, блядь. Это арена, чистая арена, ребят. Ну это просто пиздец. Они добавили просто в каждую локацию. Давайте, реально, вот я думаю, они так рассуждали. Давайте в каждую локацию ебанем арену, блядь. Хули нет-то, блядь. Че бы нет, когда да, а? Че я взял, блядь? А где? Я же говорил, что будет. Не помню, первая часть такое было, ну, подъебало чуть-чуть. Когда я зашел в такую комнату, тут монстр выскочил. Это было плюс вайп, реально. Ну вот как сейчас. Такое же было. Так, вот это хорошо игра, спасибо. Так, ну то. За это спасибо. Ну все? Ну в целом за аптеки, да. Можно было, конечно, поменьше, блядь. Не узел, а полузла, блядь, ну ладно. Ну и то, на этом спасибо. У нас ничего не увеличилось, не знаю, есть смысл вообще, нет смысла качать. Ты ведь так и не нашел мое тело, не попрощался со мной. Меня просто запихнули в морг с остальными. Еще одна случайная жертва. Или я превратилась в одну из этих штук. Они напялили на себя мое окровавленное лицо и бродили по коридорам, выискивая жертвы. Такой, на самом деле. Здесь уже ничего, блядь, ничего такого не буду. Бля, я помню эту локацию тоже. Ну, конечно, они поменяли ее, да, вот прикольно выглядит эта вся тема. Ну и чуть-чуть стрёмненько, не спорю, блядь. Но, блин, добавить сюда реально. Вот, с ареной, вот эти арены меня реально уже задрали. Реально, вот эти арены меня очень сильно задрали. И они уже бесят просто эти арены. Так, что у нас с тобой тут есть? Вот и большая птичка есть. Надо же, у нас ничего там нет подать. Не нужно. Блин, я думаю, у нас так время уже очень много. Серика так длинная, да? Поэтому с тобой на этом закончим. Это жесть, конечно. Спасибо за просмотр, какая серика была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте. Но арену мне реально задрали. Арену мне просто бесит уже в этой игре. Реально бесит. Они на каждом углу, реально на каждом. Давайте, ребята, увидимся в следующих сериях. Давайте.